Вот, друзья, вы видите, как цветет лимончик у нас на бэк-ярде. Мне говорят, покажите ваш бэк-ярд после того, как все закончилось. Ну вот, давайте покажу. Я, в принципе, хотел дождаться, пока вот эти деревья зацветут, потому что это очень красиво должно быть. И вот оно, видите, почечки. Ну, я не хочу на землю идти, но сейчас, может быть, я камеры приближу. И там почечки вроде есть, так оно должно было бы скоро зацвести. Вот. Это сакура. Очень красиво должна цвести. Ну, давайте я такую панорамку общую. Так, в тень пойду, а то что-то солнце светит. Так, вот общая панорама, значит. Давайте я подойду, там цветочки, кустики. Так, еще не разрослось, как должно было бы разрастись, потому что тут растения посажены, и они должны расползтись. Хотя я вижу уже какой-то сорнячок там мелкий. Смотрите, вот какая-то гадость тут растет. Так, понял. Ну вот, вот эти вот, друзья, вот эти, вот они должны разрастись как следует. Тут и расползтись по всей этой территории. Вот цветочки, березка. Видите, лампочка, подсветка. Вот лампочку видно, я не знаю. Вот это подсветка на березку. Так. Заходим в беседку. Вот здесь как-то больше тени. Вот это вот тут, не знаю, карликовая сосна такая. И тоже к ней подсветочка. Так вот все культурно. Вот там виноград. Вот это вот то, что кажется таким засохшим, это виноград. Он еще будет разрастаться. Так, ну вот. Да. Туда вода уходит. Здесь вот наша дорожка. И вот мы туда, в ту сторону. Так, я стараюсь на солнце не оказаться. Вот так выглядит. Пойдем поближе подойдем. Вот так все растет. К сожалению, здесь, видите, как граница света и тени, поэтому я не очень уверен, что так здорово все видно. Ну вот так.